Мартуся, що ти робиш? Тукаю. Тукаєш? Марк, ти хто? Рицарь. Марк, кровільний рицарь. Ха! 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 Итак, у нас сегодня рыцарский турнир. Рыцарь Марк, подними свой щит. Рыцарь Марта, подними свое копье. Итак, готовы к бою? Да! Вперед! Все, победил рыцарь Марк! Так, вот мы уже заканчиваем сторону. Остался последний лист. Вот, сейчас я буду обрезать край обрешетки. Вот сейчас я отдельно покажу, как я это делаю. И хотел еще пару моментов сказать по тому, как мы листы ложили. Все-таки с опытом многое приходит. Мы поняли, что все-таки лист надо не внахлест каждый ложить, точнее внахлест, но один нахлест сверху, а один нахлест снизу. Для того, чтобы это, листы шли в шахматном порядке и уровень оставался одним. Потому что если мы сначала начали ложить один на один, то в результате мы уходим все время вниз либо все время вверх, вот, в зависимости от того, от конфигурации листа. Поэтому мы один сверху, один снизу заправляли волну. Это первый момент. Второй момент, все-таки если лицевая сторона, допустим, от фасада, то снова-таки, когда нахлест идет от улицы вглубь участка, нахлест когда идет, то тогда не видно, глаз не бросается, плохое соединение, допустим, замков металлочерепицы. Поэтому на это тоже надо обращать внимание. Если, допустим, кровля не широкая, и вот этот вот нахлест, и когда, допустим, все нахлест в одну сторону идут, если размер небольшой, позволяет, то лучше делать все нахлесты от фасада, вот с той стороны, где вы чаще всего ходите, чтобы не бросалось в глаза неровности соединения. Это то, что я для себя понял. У нас получается через лист, то есть у нас всего-то там где-то три соединения видно, где более-менее видно что-то, что есть соединение. Это все в глаза не сильно бросается. Достаточно хорошая металлочерепица украинская, 0,5 у меня матовая, высокий профиль, премиум какая-то там, премиум. Я даже не помню точно, как фирма называется. В Броварах заказали. Мы сейчас будем ложить последний лист. Значит, мы высчитали, что у нас один лист это 1 метр и 4 сантиметра с учетом нахлеста. То есть мы вот этой кромки, от кромки листа, замерили нам необходимое расстояние. Сверху и снизу забили гвоздь, натянули нитку. Теперь по нитке я приложил рейку и прижал ее двумя струбцинами. Взяли более-менее ровную рейку 50 на 25.
Вот прикрутили струбцинами, прижали. И теперь я иду и прикручиваю по два самореза на каждую обрешетку. Вот 100 сантиметров. 45-е саморезы. Вот. Еще раз скажу, очень удобно, когда есть такой пояс, что можно работать. Все на тебе висит. Вот. Когда я это все прикручу, тогда я пройдусь лобзиком и отпилю все лишние. Прямо по рейке отпиливаю электролобзиком все лишние обрешеточные вот эти кусочки. Вот. Потом затягиваем сюда лист и прикручиваем. Ну вот и все. По поводу крепления металлочерепицы, где-то 8 саморезов на метр квадратный мы используем. Вот. Ну вот так вот. Ну мы идем, получается, если так взять, то мы идем, чтобы в каждой волне, в каждой ямке под профилем через один и полный ряд. Через один и полный ряд у нас идет. Места, где доска вот так вот выпирает, к примеру, я струбциной зажимаю, а потом прикручиваю. Работаю я сегодня пристрахованным. Веревка десятка, жумар, система, тенистское снаряжение. Без этого уже нельзя.